Ты, Вадим, соберись. И не сомневайся, ты благое дело делаешь. И хотя говорят, что благие дела делают радостно и легко, нельзя забывать, враг-то не дремлет, то есть противодействует. Архиерей открыто покровительствует коррупционерам и призывает мэра небольшого города проявить силу, не уступать жителям, которые, отчаявшись, стараются сохранить свой дом. За эту роль главный режиссер самарского драмтеатра Валерий Гришко навлек на себя гнев некоторых православных христиан. Депутат губернской думы Дмитрий Сивиркин написал отзыв о фильме в целом и о роли Гришко в частности и опубликовал его на одном из самарских интернет-порталов. Парламентарий жестко раскритиковал образ священника и обвинил Валерия Гришко в оскорблении чувств верующих. Образ архиерея в фильме «Левиафан» подан в карикатурном смысле, не имеет ничего общего с реальной действительностью, является глумлением над епископатом Русской Православной Церкви и над чувствами православных верующих. В ответ на резкие высказывания в свой адрес Валерий Гришко подал иск о защите чести и достоинства. Говорит, своей ролью никого обижать не собирался. Лишь показал, что, к сожалению, в обществе встречаются двуличные люди, которые, прикрываясь высоким положением, действуют только в собственных интересах и являются звеньями коррупционной цепи. Больше всего актера задели заявления о том, что он не любит родину. Так бы я пропустил мимо ушей все это, но я думаю, мой отец, фронтовик, он бы мне это не простил. Потому что когда мне говорят, что я не люблю родину, это оскорбление памяти моего отца. И моей матери, которая была угнана в Германию, и девчонкой работала там. Валерий Гришко намерен требовать Дмитрия Сивиркина через суд компенсацию в размере 1 миллиона рублей. Деньги актер планирует перевести в помощь Донецкой и Луганской республикам. Сам родом с Донбасса. Уже прошли первые судебные заседания. Очередное состоится 12 мая. Алина Чемерис, Максим Гусев, «События».